Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевиля, и мы играем в какую-то, не знаю, копалку работает на энергии. Заряжай. Кликер, мне кажется, это вроде как кликер. А, копалка автоматически добывает ресурсы. Не забывайте вовремя продавать ресурсы, чтобы освободить место на складе. Продать. Ура, вас хватает золота на новую деталь. Купим чертеж. Скрафтим. Установим. Чуть не пойму, что тут вообще делаем. Так, у нас второй уровень. Так, подожди, что-то я не понял. Что мы? Готово, твоя бурила стала мощнее. Бурило. Дурило. Окей, не забывай стапывать ресурсы бустер шахты. Схема начала шахты. Докопайте до центра земли. Каналы, башни и так далее. Просто копается. Просто копается здесь, типа. Можно собирать. Минеральный харат. Набери 50 миллионов шахты. Давай посмотрим минерал. Так, не успеваю освоить переработку. Неизвестный ресурс. Камень продать. Просто камни успеваем продавать. То есть камни у меня начинают мне. Энергоблок. Я уж что-то не пойму, что за энергоблок. Улучшить 8 джолей. Скрафтить. Чё, блядь, скрафтить? Мотор второе место. 3000 с лишним. Ладно. У нас есть какое-то определенное количество. А, какое-то количество они сами добывают, а какое я? То есть, давайте. Скрафтить третий бат. Будет уровень. Скрафтить. Да, докупить настоящие ресурсы? Нет. А, нужно скрафтить. Тоже что ли? Так, чё, подожди, там скрафтить. Может, скрафтить нам? Мозги канифоля. Так, ладно, продать. Что там скрафтить надо? Установить. О, все стало лучше. По одной. А чуть энергоблок скрафтить. Купить недостающие ресурсы. Изи. Все изи. То есть, в принципе, надо недостающие ресурсы. Это какие вот как раз? Скрафтить. Камень. А что такое вообще? Установить. Ковши какие-то. Понятно. Хранилище. Вот что такое? Скрафтить. А, ну можно даже было не продавать. Вон что. Из минерала же это все делается. А я тут докупаю. Золото забрать. То есть, смотрите, все за на шахту попадается. То есть можно забирать. Так, сохранить. Найти клан. Пятое место. А что клан-то, блядь? Ты там что-то крафтишь. Интересно. Вот, кстати, вот так раз. Забрать камень. Прикольно, 7%. И вот как раз здесь и улучшаешь. Освоить переработку. Продать, продать. В смысле освоить переработку? Почему-то я все-таки продался. А, окей. 2800, и мне еще камни с минералами надо. Окей. Что такое? Крутить бесплатно? Конечно. То есть забрать уголь. Ускорение 16 раз. Либо ты минерал фигаришь. Энергоблок. Метров.
До центра земли. Так он до центра земли докопается. У вас по дороге может что-то интересное забирать. Главное не просирать. Сколько у меня? 6% все? Да, 6%. Уйди, что ли. Тоже ничего не покупаешь. Энергоблок 2800. 2005 камней. Сколько? 2000 камней. Ну скоро. Да хотя можно купить что там, докрафтить. Давай пофигу, докрафтить что. Энергоблок скрафтить. Это готов, но для нее нужен мотор третьего уровня. А сейчас установим мотор второго. Давай мотор третьего. Давай, похуй. Скрафтить. Блядь, не хватает. Ага. Фиг с ним. Ну-ка, подожди, что там интересно есть еще? Сколько? 5%? Мотор, что там скрафтить? 4, блядь, не хватает все равно. Давай-ка, 4. Давай ко мне побольше, сколько там, 5? Что такое, блядь? Окей, сейчас попробуем. А, мотор скрафтить. 3 не хватает. Все, установить. Потом надо энергоблок, конечно, установить. Все, теперь жесткий у меня стал. Вообще энергоблок 3%. Бонус, к счастью. Конечно. Что-то зима пошла, что ли? Че, офигели? О, опять сундучок. Чик, собрать золото. О, собрать. Бери минерал в шахте. Тапом. Рокфеллер, заработаешь... еще золото. Да нет, ничего, блин, жалко только. Так вот сидишь, вот улучшаешь. Вот сколько там минут осталось? Что за минута? Блин, да ладно, а чё? Хуя себе. 16 раз. А что это такое, типа? А, ну я могу на это нажимать, потом он останавливается. Вот в чем смысл. То есть я могу уйти, а он будет работать. Вот шо. Вот шо. Вот шо, ребят, друзья мои. Вот в чем погвоздка-то. Подгвоздка, загвоздка. Заморская задоска. 3К. Ковши. Ковши, ну. Давай-ка, давай-ка. Берешь, так ты максималку фигаришь, пока не там. Вот, давай-ка. О, вот чем такой, ёлка какой-то фигарит, смотри-ка. Лол. Так, 20%, я не хочу продавать. Давай уголь продам. В принципе, пофигу. А камень у нас можно вот так вот сделать и скрафтить. Сборка и установить. Другая вообще идет. Жалко. А здесь скрафтить. Нет, камня не хватает. Камня мало. То есть, в принципе, ты можешь уйти. Ой, 16 раз. Ух ты, другая локация, смотри-ка. Через 22 секунды будет в другую локацию переходить. Пока можно собрать. Еще не собрал здесь. Энергоблок. Ой, что за... Что за фигня? Так и будет. Ладно, ребят. В принципе, здесь вот такой мини-кликер какой-то, наверное. Я так бы обозвал его.
Если вам понравилось, пожалуйста, скачайте. Я оставлю ссылку в описании. На этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.